say? Добро пожаловать на первое занятие по женской самообороне. Я Боб Джексон. У меня черный пояс по карате. Я занимаюсь этим уже больше 20 лет. А также в прошлом я чемпион мира. Итак, эти курсы, может быть, и дороже остальных. Но я гарантирую, вы больше не будете бояться нападения. Позвольте спросить, что вас больше всего беспокоит? Да, вы! Хорошо, скажем, что вы узнали кое-что о своем муже, будто у него есть другая женщина и несколько детей. Поэтому я хочу знать, как убить человека, пока он спит. Что? Я подумаю над этим. Давайте-ка начнем. К примеру, с защиты от ножевой атаки. Кто будет нападать? О, я, у меня есть сумки. Почему бы вам не попробовать? Но это настоящий нож. Не волнуйся об этом, кузнечик. А, не знаю, я правда... Я не думаю, что я должна. Все нормально, давай! О боже, о боже, о боже, мне очень жаль, мне очень жаль, простите, я... Я не хотела, вы в порядке? Я в норме. Я счистил внутренние органы, чтобы избежать ранения. Тем не менее... Как и большинство новичков, вы атаковали неправильно. Делайте, как на картинке с приемами. Ладно. Запомнили? Давайте еще раз. Хорошо. Как на картинке. Вот так. Мне очень жаль. Кажется, вы потеряли много крови. Можете вам дать что-то? Блин! Видите? Вы все еще сгибаете локоть. Нужно следить, чтобы рука не сгибалась. Oh, это весь секрет. О, боже. Хорошо. Давайте закрепим. Не сгибалась. Да, я поняла. Давайте. Вот так. Да. Все правильно, продолжай. Вы в своем уме? Это наш первый день. Тем самым я вам показываю, как все на самом деле просто. Ты в порядке? После 20 лет занятий. Верните мне мои деньги. Секунду. Да, мне тоже. В 76-м Чак Норрис был чемпионом мира. А я и не говорил, что я был единственным чемпионом мира. Их было много. Я дрался с Элвисом! Вау! Ладно, скажем, вы просыпаетесь из глубокого сна. И ваша жена делает вот так. И Айк Тернер делает так. И Элвис делает это. Хорошо, что я сместил мистера Счастливчика.